Прием-прием, леди и джентльмены, мальчики и девочки, бабушки и дедушки, а также их родители на связи. Шедимен, добро пожаловать в новый видеоролик, и сегодня у нас будет противостояние шахт в Майнкрафте. А именно, шахты нуба против читера против бога в Майнкрафте. Посмотри, какие крутейшие рисунки нанесены на эти шахты. И да, напомню то, что, как всегда, чем глубже мы копаемся, тем более крутые предметы мы находим. Сначала сундуки, затем контейнеры побольше. И на самом дне лежит просто офигительный контейнер, в котором находится самая дорогая вещь. Сегодня мы с тобой узнаем, что же там все-таки спрятано. Ну а ты прямо сейчас не ленись и пиши в комментариях, на какой шахте ты хотел бы сегодня оказаться, какая тебе нравится больше всего. И после этого обязательно не забудь поставить лайк под этим роликом, потому что что? Совершенно верно, каждый лайк ускоряет выход новых сражений в Майнкрафте. А чтобы их не пропустить, просто щелкай на красную кнопку подписаться под этим роликом, и ты точно не пожалеешь. Устраивайся поудобнее, заваривай чаёк, готовь вкусняхи. Приятного тебе просмотра. Это чё, нубик, у тебя на шахте нарисовано? Это ты, что ли, такой? Что это такое? Нубик, у тебя один зуб. Как тебе не стыдно вообще? Ты что с ними сделал? А ты? А у тебя ноль? Слушай, только у тебя реально один зуб, железка, посмотри, только что внимание обратил, у него только один зуб видно. Так, а Леска сегодня вообще читер. Да-да, я вот так. Лески вообще повезло. Сегодня больше всего. Хотя, я с другой стороны, я на шахте бога, кстати, да, нахожусь. Любимый. Так что, возможно, я наоборот самым сильным любимый. Буду сегодня. Короче, посмотрим. Погнали. Все, полетели. Давайте. Так, у меня тут алмазные кирки. Ой, вернее, так, золотые на пятую. Друзья, а нет, что-то не особо так и быстро копает. Я думал, то, что золотая кирка у меня прям лететь будет на пятую эффективность. Ну, молодец. Так, алмазная, это хорошо. О, нашел. Я уже нашел, кстати, первый золотой сундук у себя. А мне быстро копает. Так, конечно, тебе быстро копает. У тебя там нубовская шахта на всей земли. Смотри, чтобы тебя там только до головы не засыпало. О, нашел. Слушайте, погодите, мне, возможно, моих кирок даже до середины не хватит. У меня уже первая сточилась, прикиньте. Серьезно говорю. Я не знаю. А у меня их, по-моему, очень-очень быстро, да? Только два нашел уже, но как бы это очень быстро было. На это как бы и золото. Как говорится, мягкий металл всякий там тому подобное. Так что очень быстро стачивается, это большущий минус на самом деле. Ой-ой-ой-ой-ой, мне это очень дело очень сильно не нравится. Знаете, я как-то взволнован прям очень сильно. Так, ну ладно, мне может, нет. Ты найдешь инструменты? Мне нет. Леска, если что, я у тебя какую-нибудь кирку алмазную сворую, короче. Ну, позаимствую, короче. Потому что реально, если они у меня сейчас... Если они у меня сейчас закончатся, то как бы это... Это катастрофа у меня будет. Да, уже две сточилось, две кирки у меня закончилось, вы понимаете? И пока что сундуков больше не было. Так, а сколько, кто сколько нашел уже? Я один. Я нашел три. Я два пока только до сих пор нашел. Так, друзья, туда ничего не падает. Так, ладно, я пытаюсь как-то плюс-минус кое-какой техники придерживаться, чтобы тут майнить как, ну, максимально... Есть, нашел, друзья, только это не то. Я тоже нашел. А сколько у тебя кирок всего? Так, кирок, я не знаю, смотри, у меня сейчас получается третья, по-моему, сточилась уже, сейчас четвертая пойдет, всего, наверное... А у меня, кстати, по-моему, в сундуке там еще оставались. Так что я надеюсь, что мне на все это время хватит этого количества. Очень сильно надеюсь. Так, что там у тебя? Так, помните самое главное? Чем глубже вы копаетесь, тем более крутые предметы выпадают. То есть у нас тут всякие большие контейнеры есть, которые прям реально прям очень крутые. Так что смотрите, не проглядите их. Так, здесь у меня... Так, ничего нет. Так, почему... Стоп! А почему мне... Серьезно, я никогда не знал. Я копаю золотой киркой, и мне блоки не выпадают, которые я сломал. Я не знал этого. Слушайте, это для меня реально открытие. Я вот этого серьезно не знал. Так, копаю дальше. Все, готово. Так, а я что-то ничего не нахожу. Я что-то вообще мало. У меня ломается все. У меня все ломается очень сильно. Так, здесь ничего нет. Нубик, у тебя самый легкий, потому что, ну, естественно, это нубовской... Самый простой, так как говорится, напрягаться не надо совсем. Вот именно, вещи-то у тебя нормальные там. Golden Apple. Я все золотые яблоки уже самые первые, кстати, то, что я нашел. Ой, еще! Ой, чуть такое. У меня какой-то кристалл выпал розовый, короче. Я не знаю даже, что это такое. Он, видимо, спавнить кого-то может, но я у вас проверю на вашей шахте, если он кого-то спавнит, этот кристалл. Так, у меня сточилось 5 кирок, вы понимаете? 5 штук целых. Это невозможно. Так, сейчас, откуда я знаю? Я, думаешь, помню, что ли, сколько у меня? Еще 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще 8 штук у меня осталось. Так что нормально. Любимые. Что, твои любимые кирочки золотые, либо что?
О чем ты, нубик, интересно? Так, ладно. Пошел я дальше. Так, сундуков я так... Неплохое количество, так скажем. Короче, мне должно хватить. 8 кирок мне все-таки еще с головой должно хватить. Так, ладно, ладно, ладно. У меня такие хорошие вещи, если вы не знаете. Я пока углубляться еще не буду. Попытаюсь найти обычные сундуки. Вот. И меня очень пугает то, что я постоянно слышу звук мутантов. Короче, зомби что-то... У меня пауки шумят прям. У вас нет такого? Может быть, нет. Это у тебя там в контейнерах больших? Возможно, возможно, возможно. Наверное, так оно и есть. У вас такого нет? А то обычно бывает такое. У меня нет. Странно, странно, странно. Ладно, так, я пока копаюсь. Я нашел! Ура, возможно, батуты! Вы просто не слышите. Да. О, я тоже нашел еще один сундук. Знаю, так, да. Леска, у тебя как успехи? Что, начало мало вести нашла. Как-то или... Очень мало? Не, у меня мало пока нормалек. Просто, ну, такие себе вещи на самом деле. То есть они вроде и прикольные, но вроде и не прикольные. Так, друзья, давайте сюда. 7 сундуков. Я на самом деле уже даже со счета сбился, сколько у меня. Может, в районе 7 тоже где-то я нашел. Так, давайте, друзья, туда пока что немного откопаем. У меня, короче, лабиринт в моей шахте полный получается. Так, слышу какие-то. О, еще нашел! Нашел, и кирка сразу сломалась. Отлично. Так, дайте-ка на всякий случай яблочко съем. Мне не нравится то, что какие-то звуки непонятные слышал, вот, и... Которые со стороны нубика, по-моему, исходят, Леска, знаешь, и меня очень сильно это как-то напрягать в один момент. Не знаю, Леска, как будто кто-то где-то... Что он делает? Ладно, Леска, я тебе не скажу, что он делает, но это реально опасная штука, короче, реально. Так, что, нубик, что у тебя там? Ой, есть, друзья, у меня получилось! Как же я вот... Почему, друзья, я именно... Нубик, я Зевс, вообще-то, я молнии извергаю, видишь, как сильно, вообще-то. Вот именно. Я, представляешь, я говорю то, что я что-то слышу, а Леска, знаешь, что нубик делал? Что? Он вообще-то пытался телепортироваться к тебе, он промазал, короче, повис на стенке и пытался вылезти. Ничего, нубик, это просто забавно выглядит со стороны, знаешь, такое маленькое беззубое существо какое-то с большой головой лезет непонятно куда. Еще сундук! Друзья, все. Я, возможно, кстати, все сундуки уже нашел, это не точно, но очень-очень сильно на это похоже на самом деле. Так, еще туда немного влево. Как же это? Слушайте, я реально копаю под... Чё это? Это что? Чё это? Где? Какой-то... Кто стреляет? Это чё? Леска, это ты, походу, что-то там. Это что такое нашла мощное, не понимаю, что за звук такой? Друзья, вы слышите? Это просто... Что происходит? Скажите мне, пожалуйста. Так, о, Лес! О, есть, я поймал ее! Я поймал, пока она отвернулась от меня. Леска, что ты нашла? Я отвернулась. Я нашла, сейчас тебе скажу, что... Нет, не скажу, ты мне подстрелишь. Подожди. Так и чё, я все равно его не получу. Это... Ой, еще сундук, друзья. Это... Ой, золотой, золотой, друзья. Миниган. Слушай, это миниган, нубик, нам с тобой все. Это капец, короче, полнейший. Этот миниган, у него 1000 патронов, понимаешь? Да, 1000 в одном месте. Это невозможно против него противостоять. Но мы с тобой, нубик, сдаваться не должны, должны что-то придумать. И да, что вы все время молчите? Скажите мне, пожалуйста. Да потому что я сундук не могу найти. Сконцентрированный. Почему? Так, ладно, короче. У меня есть сундуки. Стой, погоди, Леска, так ты, получается, прямо в самый низ копал? Я вот только-только нашел первый, допустим, такой более-менее большой контейнер. Ну смотри, я не могла найти, я начала углубляться. Стоп, а где вход? Да ладно, все это время здесь было, вы серьезно, что ли? Так, что... О, друзья, я понял, это реально работает. Чем дальше... Ой, как мне это нравится, как мне... Да что ты делаешь, нубик? Вот скажи мне, пожалуйста, нубик, ответь мне на один вопрос. Тебя когда-нибудь говорили о том, чтобы ты не кричал? Хоть раз тебя предупреждали, скажи мне. Да. А почему ты кричишь-то все время? Ну сколько ты можно, честное слово? Ты же спрашиваешь эти вопросы. Так ты же... Ё-моё, сколько у меня зомби здесь! У меня очень много зомби здесь! Так, все. Зевс победил, друзья, я все это собрал. Так, ой, мне очень не нравится то, что там какая-то стрельба идет. Так, друзья, давайте весь хлам отсюда пока что уберем, то, что у меня тут накопилось. Нубик, а так, ты что такой неубиваемый-то? Я вот не понимаю эту штуку. Просто. Леска, знаешь, он, походу, что-то нашел такое мощное яблоки. Яблоки, да, яблоки, походу, не очень сильные, действительно. Так, друзья, я хочу еще немного поискать, и потом мы с вами отсюда выходим, начинается самое-самое интересное. А зачем ты ко мне свои эти круги кидаешь-то, эндерпёрлы? Вот именно, знаешь, это помнишь, у нас были чанки профессионала. А, нет, вернее, военного полицейского и грабителя. Нубик постоянно ко мне строился такой и говорил, зачем ты меня против меня играешь, если я к тебе строюсь? Как бы, а сам пытается на мою территорию зайти. Нубик, что такое? Не надо, я застрял. Ну все, не выберется никогда. Это же отличная новость.
Нубик, ну что ты такой сегодня, я не знаю, весь какой-то. Подожди. Что с ним не так-то? Зуб? Не понимаю. В чем он застрял там? Я вообще не понимаю, что происходит, друзья. Это самое непонятное, что вообще может быть. Так, друзья, копаемся дальше. Так, о, мощная вещь, друзья, я знаю, что это такое. С этой штукой лучше точно не шутить, на самом деле. Да, это тот же самый. Так, пойду еще немного в бок откопаюсь. И у меня нет никаких телепортаторов. У меня нет нендерперлов. У меня нет порталганов. Что у тебя? Ты можешь писать хотя бы? Ты разговаривать умеешь или нет? Говори давай, что происходит, мы поможем, что? У меня там зомби. Ну, победи зомби, Нубик, у тебя же яблоки есть, в чем проблема? Что ты все время молчишь, Нубик, в конце концов? Нубик, ты же не первый раз видишь зомби. Нубик? В смысле молчу? Молчишь ты какой-то, а что ты такой нервный весь? Ты расслабься, Нубик, у нас все хорошо, все прекрасно. Что ты нервничаешь все время? Получай реально удовольствие. Такой этот с большой головой и нервничает еще постоянно, непонятно зачем, реально. Так ну, потому ты, что конечно, с одним зубом, зуб-то один, понимаешь? Ну конечно. А голова большая. Нервничает из-за того, что у него зубов, видимо, реально не осталось больше. Зубов так, друзья, должно. Что я только что нашел? Что это за вещь такая вообще? Короче, ладно, я... Поднимаюсь повыше, я хочу найти хоть какие-нибудь эндерперлы. Они по-любому быть должны где-то. Слушай, здесь. Мне очень не нравится то, что их нет. Так, а как мне, например, сейчас отсюда хотя бы что подняться? Так, раз, два. Что тебе страшно? Что тебе страшно? Что тебя может напугать там вообще, не понимаю? На твоем же чанке, нуба, Нубик, это же твой любимый чанк, о чем ты вообще говоришь? Леска, хорошо. Ты понимаешь, что происходит сегодня или нет? Я не понимаю, что он делает. Я вообще. Тоже не понимаю. Я тут стараюсь копать. Из-за чего столько? Из-за чего такая трагедия вообще происходит? Потому что я хочу нанести вам урон. Так. Давай, попробуй. У меня хоть эндерперлов нет, но я обязательно что-нибудь придумаю сегодня. Так, где же у нас леска, интересно, находится? Я никого не вижу пока, где они могут быть. А так, Нубик, а ты где? Я тут. О, привет, поймал. Так, Леска, ты где у нас? Так, Нубик прыгает на своих этих там батутах всяких. Так, ну-ка. Чё ты там стоишь? Есть попал? Короче, сейчас мне нужно срочно найти Леску. Так, стоп, откуда у меня здесь эндерперлы взялись? О, спасибо, подгончик прилетел. Зачем тебе выходить, Леска, если ты знаешь, что она на своей чанке? На своем. А вот я ее не видел все это время, поэтому я как бы не знал то, что на своем чанке. Друзья, улетаем. Смотрите, эндер-дракон заспавнился. Нет, эндер-дракончик. Леска, смотри. Нубик, смотри, как он круто выглядит. Смотри, это настоящий эндер-дракон у него там летает. Это же просто жесть. Нет, замочите. А я. Леска, откуда же я знаю? Ты просто на месте стоишь, короче. Даже не знаю, что ты будешь делать. Так, Нубик, ты как себя чувствуешь? Ой-ой-ой-ой, что происходит? Что-то перевернулось все куда-то. Что-то. Куда-то? Так, давайте стрелять, короче, походу эндер-дракон нам сейчас все сломает, все, короче, все, что здесь происходит. Леска, давай скидываю как-нибудь. Ой, что это было? Что это? Я не знаю, какие-то звуки. Леска, стреляй давай. Почему так громко это было только что? Ай, нет, не надо меня так стрелять. Они не могут меня вдвоем попасть, друзья. Зажимают. Леска просто без остановки там палит, короче. Так, ну-ка. Так, мне нужно тайминги поймать. Так, поймать тайминги. Моя снайперская винтовка есть! А нет, это Нубик! Нубик пришел на помощь! Я так, друзья, ну-ка. У вас еще джампаки всякие есть, у меня такого нет. Я не нашел такого. Будет. У меня почему-то такого, к сожалению, не попалось. Я не знаю почему. Опа, есть, отлично. Так, а что нечестно-то? Что произошло-то сегодня, скажите? Она все время так, ладно, короче, туда пошел, пока мы сюда. Вот это добавим. Где она прячется, говоришь? А, вот здесь вот, что ли? Так, давай вот так, короче, пробуем сделать. Так, подожди. Сейчас вот так вот, короче. Так, Леска есть, я ее поймал. Отлично, друзья, поймали Леску, короче. Ааа! Чё ты? Нет, она только скидывает меня. Она только меня скидывает, короче. Так, ладно, все, я падаю вниз. Так, полетели. Это первый раз, когда я упал сегодня, короче. Так, давай, попробуем. А кто стреляет опять? Где Нубик? Куда он пропал? Он у меня, что ли, тут где-то ходит? Чуть не понимаю. Погодите-ка, дайте-ка я посмотрю. Я тебя ни разу не было. Как-то очень странно здесь, на самом деле. Что-то слишком тихо как-то стало, и мне это напрягает. Очень непонятно все происходит. Так, сейчас сточу. Короче, это рекорд по количеству сломанных кирок у меня за все время. Я так больше никогда не ломал. Я такого не вспомню. О, наконец-то Нубик очнулся. Так, все, друзья, я все сломал. Что нашел, то нашел. Что не смог найти, то, к сожалению, найти не смог. Чего? Какого лица у тебя нет? В смысле? Чё за хорошее лицо? Ну, ты чё-то вообще не понимаю, о чём ты. Это вот этот. Так, друзья, делаем вот так.
А вот не знаю, что у тебя там происходит, ну, как у тебя такое дело вышло вообще. О! Нет, я промазал. Да как я промазал? Леска, давай, Нубик. Надо леску, смотри, леска на втором месте. Леска на втором месте. Это вообще нечестно, по-моему. Смотри. Ага, ну давай, Шеди, давай. О, ты че? Уходи отсюда. Я тебя, Нубик, щадить не буду. Че ко мне пришел? Я думал, мы друзья вообще-то. Че ты ко мне ходишь-то? Куда ты мимо кинул? Мимо кинул, короче, леска, прикинь. Нубик. О, есть, еще и минус работал у Лески там. Вот это я люблю. Вот это мне очень нравится. Три? Ну, три, не семь и не 15 вообще-то, Нубик. Так, друзья, все, я сейчас... Ой, что это там такое, ты видел? Так, опять промазал. Ну, Нубик, ну что ты такой? Давайте руку дам. Ты вниз летишь, Нубик. Вниз в пропасть летишь, короче, никто тебя не спасет, походу же. Так, Леска, а ты где? Что там спряталась опять за стенкой, что ли? Так. Сейчас я, короче, давай, лети, Нубик, ко мне. Нет, я пока еще куда-нибудь полечу. Так, а где ты, Леска? Нету Лески. В смысле нет? Такого быть, по-моему, не может, у тебя может не быть. Как это? А чё ты спряталась-то? А почему ты тут спряталась? А чё ты пришёл? Так для того, чтобы ты не пряталась, в смысле, зачем пришел? Вот для этого... Нубик, погоди, у меня тут батуты всякие, ладно, я тут трогать не буду, короче. Так, нужно быстрее перезарядиться, друзья. Так, давай выходим отсюда. Так, где тут, кто у нас? О, привет, Нубик! Так, леска, от бедра стреляю без прицела, короче. Так, да я еще из снайперки ни разу не... Леска, у меня смотри, какой сет брони, меня точно не... А да что, у меня опять патроны кончились, уйдите, что вы тут? Что все сюда пришли вообще, не понимаю. Так, есть, все, попал, короче. Так, друзья, давайте туда полетим. Так, нет, Нубик, я к тебе вообще-то прилетел. Куда ты летишь-то? Так, все, друзья, улетаю назад к себе на чанг. К себе на чанг улетел. Все, я вернулся наконец. Ой, Нубик, ты телепортировался прям в дно какое-то, вон туда прям. Леска, да что ты будешь капец делать? Капец, тебя в небо, конечно, отнесло. Короче, в общем, я думаю, то, что на этом уже можно заканчивать, потому что... Что не надо, то уже битва, не знаю, сколько времени идет. Нубик, наконец-то он попал, друзья. В общем, друзья, как-то так у нас сегодня получилось. Шахты бога против шахты Нубика против шахты читера в Майнкрафте. Ну, на связи был Шадимен, всем удачи, хорошего настроения, не болейте, увидимся, услышимся в следующем ролике. Всем пока-пока. Пока-пока, друзья. Всем пока-пока.